Здравствуйте, это канал Herbal Sway, и сегодня у нас рубрика обзоры. Сегодня у нас на обзоре настойка окопника. Выглядит она следующим образом: стеклянная бутылочка 250 мл, сверху металлическая крышечка. Внутри как раз вот можно заметить тот самый окопник, как он выглядит. Вот так он выглядит. Вот сколько вот этого внутри. Давайте почитаем, что же тут пишут в описании. Итак, окопник стимулирует восстановление тканей и рост клеток, оказывает противовоспалительное действие, ускоряет заживление ран, наружно используется при тромбофлебите, гнойных поражениях, мягких тканей, карбункулах, фрункулезе, мастите. Применяется при лечении травм и переломов костей. Противопоказан при беременности и кормлении грудью. Принимать по 30 капель 3 раза в день за 20 минут до еды. Купить данную настойку вы можете в нашем интернете Herbal Sway, ссылочка будет в описании. Всем большое спасибо за внимание, всем хорошего дня и пока.